Коллеги, вдумайтесь. Вот понятно, что наши слушания будут по-разному трактовать. И совершенно очевидно будут говорить о том, что вот Дума опять что-то хочет запретить. Нет. В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права, не ограничить в правах, а защитить от пропаганды. И если мы вначале говорили о том, что в два раза больше жителей нашей страны говорят, что нетрадиционные ценности их достали, и эта пропаганда совершенно очевидно наносит вред, мы должны от этого защитить с вами. Мы должны гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их. Потому что если так дальше пойдет, у нас с вами ситуация будет трагична. Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире. Это совершенно, думаю, всем очевидно. Поэтому, когда речь идет о законодательных инициативах, они должны быть приняты были раньше. Намного раньше. А сейчас мы защищаемся. И защищаем жителей нашей страны.